Александр. А тебя как? Максимов. Вот скажи, где ты работаешь, скажи? Я не работаю вообще. Вообще? Я просто вот отдыхаю постоянно, пять с фабрики. А вот как у тебя настроение сегодня? Замечательно. Скажи, вот я вижу по глазам, ты знаешь, что такое паркур? Паркур? Просто сплю и вижу, и знаю, что такое паркур. Мы можем устроить здесь паркур, просто на самом деле. Во сне занимаюсь паркуром. Да. И как это проходит? А? Как проходит это у тебя? Ну, падаю с кровати. А вот. И кувыркивается через кровать. Да, бывает такое, что ноги оказываются на подушке. Хотя должна там лежать голова. Ну, бывает и такое, на самом деле. Вот, бывает, что тело находится на полу, а голова почему-то находится на подушке. Это и есть паркур во сне. Ладно, вы знаете, что у нас конкурс на лучшего клабера все до сих пор еще проходит? На лучшего кого? Клабера, на лучшего тусовщика. Чем можете нас удивить? А, черт! Можно я, пожалуйста, можно я буду лучшим тусовщиком? Ребята, голосуйте за меня, я потому что самый-самый... Ты станцуешь еще что-нибудь, и там сказать, что-нибудь сделать. Могу на мостик встать. Давай, отлично.